В январе 1998 года в Америке вышел альбом «Open Road» бывшего вокалиста группы «Take That» Гарри Барлоу. Да, я хочу сделать Америку и надеюсь на удачу. А вообще-то мне хотелось бы совершить мировое турне. Задержка с выходом альбома произошла главным образом из-за меня. Мне кажется, что для первого сингла было достаточно странно выбрать Forever Love. The reason I'm a man. Название альбома Open Road было выбрано не случайно. Это целая концепция, а не просто моя любимая песня. Также это мои чувства, когда я оставил группу. Труднейшее занятие было подобрать песни для этого альбома. Ведь сейчас я ориентируюсь не только на Европу и Азию, но также собираюсь завоевать Америку. А в общем и целом на моем альбоме представлены 6 безусловных хитов. So help me, girl, you've gone too far. It's way too late. Песни на этом альбоме, они действительно сильно отличаются от того, что я писал для группы. Но мне кажется, что это от того, что я стал на 6 лет старше. На этом альбоме мой голос звучит лучше, чем когда-либо. Награды — это странная штука. Потому что было бы здорово выиграть, ну, например, что-то типа Brit Awards. Making last night feel like a vision of things yet to come. Кстати, все тот же Гарри Барлоу представлен в номинации «Лучший певец» на грядущей церемонии вручения Brit Awards. Но об этом...